Всем привет! Сегодня у нас 1 июля 2020 года. Украина, город Кременчук. Буду проводить сегодня вечером, только зайдет солнышко, яблоневый и грушевый садок свой от парши с контактным фунгицидом. Вот такие уже плоды на данный период. Яблок в этом году, конечно, не сильно много. Некоторые деревья загружены, некоторые деревья очень слабо загружены. Некоторые вообще отдыхают. Ну, урожай какой-никакой, но есть. Без яблок не будем. Лист довольно-таки чистый. Кое-где есть незначительное повреждение. Вот тут вот сейчас покажу верхушки тлей. Ну, я еще недельку подожду, оно не такое массовое прям. А потом вот тля есть на концах. А потом проведу обработку от тли. Сегодня же проведем обработку от грибковых заболеваний и от плодожорки. Вчера вечером приехал, покосил в саду, повыкашивал, потому что бурены уже были по колено. Включил полив, дал с поливом подкормку под корень. И вечером только зашло солнышко, дал подкормку по листу. Сейчас я вам покажу, чем я работал под корень и чем работал по листу. Вот такие вот красивые яблочки. Сорт Эра. Завязалось неплохо. Первое сигнальное подношение, можно сказать. В том году там было два яблочка, но их не попробовал, они упали еще зелеными. Вот такой вот. Такое красивое дерево. Так, сейчас давайте покажу, чем я работал. Под корень давал препарат Мастер. 1 килограмм на 1 куб воды по капле. Этот препарат идет 20-20-20, 20 азота, 20 фосфора, 20 калия и плюс микроэлементы. Тут есть в этом удобрении железо. Так, а ну-ка смотрим. Руки трусятся. Так, есть у нас бор тут. Есть медь, есть железо, есть марганец, есть цинк. Медь, марганец, цинк и железо в форме хилата это стабильный в интервале значения pH 3,7. Если делать, ну, у кого небольшой сад, там 5 деревьев, можно разводить в 10 литрах воды 10 грамм этого препарата. Вот так он выглядит. Сейчас покажу. Вот такой вот имеет вид. 10 грамм на 10 литров воды и под корень. Ну, прежде чем проводить подкормку, желательно обильно полить дерево. Ну или садок. Я перед тем, как начал включать с удобрением полив, вылил 2 куба воды в сад. А потом еще куб вылил воды с удобрением. И провести так же самое можно под дерево, 3-летнее, 4-летнее. 1-2 поливалки этого удобрения. По листу работал вот таким удобрением. Брексил комби. Что у нас тут? Проводится обработка каждые 7-14 дней. Работаю я или 20, или 30 грамм на 10 литров воды. Размешиваю в опрыскивателе и провожу по листу обработку. Так, что у нас тут, что мы имеем? Имеем медь, бор, железо, молибден, марганец, цинк. Короче говоря, это микроудобрение по листу. Хорошо работает, особенно если тут хороший процент железа, кажется, 6,8, если не ошибаюсь, да, 6,8. Если где-то начинает хворозить деревья, ну, в легкой степени, то можно этим удобрением пройти по листу, и все должно уйти. То есть деревья восстанавливаются, зеленеет лист, ну и хорошо растет. Так, вот эти мы проходили вчера вечером. А сегодня я буду работать от
вот таким препаратом Мирпан. Это израильский препарат от Дама, от парши и от гнили яблони. Где у нас? Разводится 20 грамм на 10 литров воды. Парша, серогниль, подив. Препарат неплохой, контактного действия. Вот так вот он выглядит. Покупайте препараты только в оригинальной упаковке, желательно от килограмма. Тогда вы исключаете себя, в принципе, от подделок. И от плодожорки будем работать препаратом Проклеем. Вот этот препарат 4 грамма, тоже разводится на 10 литров воды. 8-10 литров воды. От чего он идет? Яблоневая плодожерка, таинчи, листовики, минучи моли. Тоже хорошо работает этот препарат. То есть я им уже работаю года 3, то в принципе у меня не было никогда яблок и груш с червями. То есть работает безупречно. Лед плодожорки сейчас активировался. То есть нужно проводить обработки вот этим препаратом. То есть этот препарат получается 4 грамма на 10 литров воды. Этот препарат 20 грамм, можно 25 грамм на 10 литров воды. И хорошо проходить по листу, смачивая все листья. И не будет у вас ни парши, не будет у вас ни плодожорки. Где-то через недельку приеду, лупану от тли, потому что есть вот тля, я показывал. И лупану от мучнистой росы профилактику. Хотя на листьях вот я не вижу мучнистой. Лист хороший, здоровый. В принципе, нигде не видел я. Вроде нормальный. Но жара, листья закручиваются. Короче, вот такие мероприятия проводил я вчера и буду проводить сегодня. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока.